Измотав гитлеровские войска упорными оборонительными боями, без какой-либо стратегической паузы, наши войска начали реализовывать план контрнаступления. 5 декабря 1941 года, после артподготовки и ударов авиации, в наступление перешли войска Калининского фронта. Войска ударных группировок Западного и Юго-Западного фронтов начали контрнаступление 6 декабря. Немецкие позиции были атакованы почти одновременно на фронте от Калинина до Ельца. Справка. К началу декабря советские войска под Москвой насчитывали свыше 720 тысяч человек, имея 670 танков, 760 самолетов, 5900 орудий и минометов, 415 установок реактивной артиллерии. Им противостояли дивизии и соединения немецко-фашистских войск численностью 800 тысяч человек, на вооружении которых было около 1000 танков, 600 самолетов и свыше 10 тысяч орудий и минометов. Резервов противник не имел. Главное, немцы были уверены, что наши войска не способны на какие-либо активные действия. В это время уже была определена дата контрнаступления для Калининского фронта – 5 декабря. Войска Западного и Юго-Западного фронтов должны были атаковать 6 декабря 1941 года. Советские войска не обладали достаточным преимуществом в живой силе и технике для того, чтобы единым ударом разбить немецкую группировку под Москвой. Несмотря на это, преодолевая глубокий снежный покров и сильные морозы, войска Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в первые дни наступления смогли прорвать оборону противника южнее Калинина и северо-западнее Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе Калинин-Москва. Успешно развивалось контрнаступление Красной армии и южнее столицы. На захваченной территории немцы создали ряд укрепленных районов в крупных населенных пунктах. Наступательные действия советской армии были фактически сведены к ликвидации этих укрепрайонов. Группа армий «Центр» получает приказ с фанатическим упорством оборонять занимаемые позиции и держаться любой ценой. Но остановить наши войска в эти дни немцы были не в состоянии. 9 декабря войска Красной армии освободили Рогачёво, Венёв, Елец. 11 декабря – Истру. 12 декабря – Солнечногорск, 13 декабря – Ефремов, 15 декабря – Клин, 16 декабря – Калинин, 20 декабря – Волоколамск. К началу января 1942 года войска Калининского фронта вышли на рубеж Павликова-Старица. К этому же времени войска правого крыла Западного фронта вышли на рубеж рек Лама и Руза. Войска центра Западного фронта 26 декабря освободили Наров и Минск, 2 января – Малоярославец, 4 января – Боровск. Успешно развивалось контрнаступление и южнее столицы. На левом крыле Западного фронта и в полосе воссозданного Брянского фронта 25 декабря войска на широком фронте вышли к Оке. 28 декабря был освобожден Козельск, 30 декабря – Калуга, в начале января 1942 года – Мещовск и Масальск. Подразделения Брянского фронта совместно с войсками левого крыла Западного фронта к началу января 1942 года достигли рубежа Белев-Мценск-Верховье. К 7 января 1942 года основной этап контрнаступления советских войск завершился. К этому времени гитлеровские войска были отброшены от Москвы на 100-250 километров, и непосредственная угроза столицы была снята. За время боев были разгромлены основные силы немецких 2-й, 3-й и 4-й танковых групп и соединения 9-й армии. 38 дивизий противника, в том числе 11 танковых и 4 моторизованные, потерпели тяжелое поражение.